Ой, красота-то какая, ляпада! Сережка, и тут поспели все, а? Ой, какие гарные! Китайская вишня. Дуже вкусно. Да. Сереж, смотри. Треба їсти срочно. Еще позавчера они были все вот такие розовые. Угу. Тепло пришло. Угу. Да. Такая китайская вишня. Там дороги могилка. И жака. Угу. Ой, смотри, Сережа. Попугая нашего. Жака. Могилка собачки. И жака. Попугая. Вот тоже яблоня хорошая. Это белый налив. Ой, столько яблок осенью будет. И там фунтовка груши. Но груш очень мало, только 5 штучек или 6. Надо посмотреть сейчас. Сейчас покажу. Ой, вишни прям так и в рот просит. А? Сережка, да, пошел. А, ты хочешь показать привитое, да? Да, вот одна слива только. Одна грушка, две грушки. А, ну все равно. Вот одна грушка, вот одна грушка, и вот вторая грушка. Угу. Ну, вот такая прививка, ну что-то не то. Угу. Они не созревают. Боже, сколько яблок. Ветки уже тяжелые, Сереж. Ну да. Красота. Издали покажи. Вот она какая, угу, красивая. А это слева синяя лыча. Ну, пока немного там было, где-то 10 ягод. Угу. Ну, а потом будет родить скоро. А вот еще сливки желтые, маленькие, три. Угу. Раз, два, три. Это наша хата. Наша хата. Хата. Это осенний ауксис. Очень сладкие яблочки вообще, такие сладкие. Ну да, они такие красненькие-красненькие, будут маленькие, сладенькие. Угу. Это аллейка наша такая, вот, где всякие елочки, кустики. Это тоже одна хорошая яблонька маленькая, но в этом году мало урожая. Во, красиво, да? А тут клубничка. О, клубника, смотри, он амур не съел. И вот еще одна клубника. Сереж, а вон еще. Ага. И вон там еще. Давай, давай, давай. И вон там еще. Это наша. Не съел и не потоптал. Молодец. Угу. Настоящий полковник. А вообще любитель покушать их. Да. Слушай, Сереж, а это похоже, что земляника. Да, земляника там. Вот оно. Да. И вон клубничка еще. О, давай. Угу. Красивые вот, вот эти вот. Такие у нас, да, тут на аллейке. Очень красиво. Сереж, скажи, сколько время сейчас снимаю, так светло? 3:35 вечера. 3:35. А вон какое небо светлое. Это и светло. Тоже очень вкусная яблоня. Такая маленькая, такая маленькая, а стыки богато яблок уже. Здоровые, крупные, да, такие будут. Вот такие будут здоровые, здоровые такие. Да, липа цветы уже. Уже липовый цвет уже, треба собирать. Николай. И ця яблоня дуже-дуже солодка. Дуже солодка. Та й время, если было б, Сереж, ты можешь пособирать. Я завтра пособираю липу, хоть здесь вот, ну, немножко, да, надо будет собирать. Там лиственница дерева высокая, треба було зрізати, ми не успіли зрізати. Mm-hmm. Дуже високе. Тут тоже клубника. Амурчик її потоптав, конечно. Амурчик, покажись, красавчик.
Амурчик, или Амурчик? Амур. Амур, ко мне. Амур, иди сюда. Амур, иди Амур. Сюда. Амур. 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 Амур, Амур, Амур. Иди сюда. Иди, Зая, сюда. Иди. Амур, 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 Амур. Иди сюда, иди, мой маленький, иди, хороший мальчик, иди. Это тоже яблонька. Красивая. И вкусные яблочки. Не помню название. Ну, такая августовская, в конце августа. Ну, тут тоже клубнички трошки. Ну, мы не будем брить клубнику растить, потому что комур всю съедает. Да съедает, он еще нет, топчет. Он больше топчет. Смотри, вон красная, Сереж, смотри. Угу. Вот, ой, раз, два, три, смотри. Так, угу. Кушай. Угу. А вот еще, смотри. Ну да, вот так вот. Амурик. Амурик. Всю елку подрезали с Лешкой в тюмане. Лешка подрезал, да. И вот это дерево тоже Лешка подрезал. А вот на этом балкончике мы теперь кушаем, потому что тепло. Вот там вот мы кушаем. Ну да. Ваши... Это... клумбы. Папой и мамой сделанные эти. До сих пор висят веревки, прочные. Веревки, проволоки. Сюда вешаем все время одежду свою сушить. Ну, вот такие кустики тут у нас. Да, постригли, цветут. Травку, постригли травку дней 5 назад. Теперь после приезда с Украины будем в следующий раз стричь. Вон там красиво, как все. А оці дві ёлки хотіли зрізати, но не успіли в цьому году. Ну це вже на следующий рік будемо зробити. І флаг України, це ж ясно, перед входом. Ну да, здесь у нас територія України. Да, незалежна. Ну-ка давай, да. Стой, да. Ти, Амур. Амур і флаг.